Идет наркоман с дрессированным гусем на поводке. К нему подходит блюститель порядка и говорит: молодой человек, здесь с гусями ходить запрещено. Он говорит: почему? Ему говорят: ну вот, нельзя, ваш гусь, он гадит, понимаете, здесь общественное место. Он говорит: а голуби? Голуби что, не гадят, что ли? Ему говорят: ну понимаете, голубь — это птица мира. Он говорит: мой гусь тоже войны не хочет.